удивительное растение цикламен. Это одно из немногих растений, которое цветет на наших подоконниках именно зимой. Цикламен, кроме того, что он цветет зимой, имеет очень такой необычный строение цветка. Цветок как будто вывернут. Вот у него серединочка вот здесь, а лепестки отогнуты вверх. Современные селекционеры очень любят цикламены и создали довольно-таки большое количество сортов этого растения. Они могут быть и крупными, они могут быть и миниатюрными, и разные цвета, но цвета всегда яркие. Как избежать ошибок в уходе за цикламеном и добиться, чтобы он цвел как можно дольше? Цикламен очень любит холод. Когда оно, растение попадает на прямые солнечные лучи и в очень теплое место, он быстро вянет и перестает цвести. Поэтому для продления цветения поставьте цикламен в самое холодное место, которое у вас есть. Если там темно, это где-то в глубине комнаты, то нужно позаботиться о дополнительном освещении. Цикламен – это растение прибрежной зоны болот, поэтому растение очень любит воду. Когда растение испытывает дефицит влаги, оно также вянет, оно становится таким вялым, и не всегда удается восстановить вот декоративность растения, если оно засохло, а мы его потом снова полили. Поэтому не допускайте пересыхания земляного кома в горшке. Цикламен лучше всего поливать с поддона. Воду для полива наливают в поддон. В таком виде остается растение часа на два. Оно через дренажное отверстие воду впитает. Остатки через 2 часа воды из поддона нужно вылить. Вот тогда растение будет более комфортно. Цикламен – растение луковичное, или даже, точнее сказать, клубни луковичные. Вот эта вся красота растет из клубни луковицы, которая расположена в горшке. Когда наступает тепло, примерно в апреле, может быть, даже и в марте, если будут слишком теплые дни, надземная часть растения отмирает. И это не повод для того, чтобы выбросить растение. Растение не погибло, у него отмирает просто надземная часть, а клубни луковицы сохранится. Поэтому горшок вот с этим растением ставьте в прохладное, можно темное место. И изредка, иногда, чуть-чуть увлажняйте землю в край горшка. А когда пойдут первые росточки, это будет уже ближе к зиме, это будет ноябрь, вот тогда выставляем растение. Лучше всего пересадить, поменять землю. Луковицу не заглубляем высоко, нужно, чтобы она поднималась над землей. Поливаем растение, и растение снова живет и будет цвести вот такими прекрасными цветами. Еще раз повторюсь, главное для того, чтобы цикламен долго цвел, это прохладные помещения. Как можно более холодные, но, конечно же, выше нуля.